Юрий, Ирина, добрый день. Сегодня 7 января 2019 года. Поздравляю вас с Рождеством. Ну вот у нас готовы уже два колодца бани. Начали рубить третий колодец. Примерно 14-13 января должны закончить. В принципе, все у нас идет по плану. Вот уже только заложились. Третий колодец перенесли. Есть у нас высотная отметка. Вот видно, 2,60. То есть рублено уже 2 метра 60 сантиметров. Ну вот там уже первый колодец. Это второй. Готов. Давайте посмотрим диаметры. Так, рулетка плохо закрепляется. Так, 27, 32, 26, 30, 27. Ну вот, собственно, все так же у нас тут. Здесь лес зимний, там обрабатываем. 13 числу рубку сруба завершим. Будем готовить его в сруб к отправке. Ну и при погрузке обработаем базы антисептиком на спиртовой основе. На этом видеообзор завершу. Еще раз с праздниками. Всего доброго. До свидания.